А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Какой же праздник, да еще день студента, на голодный желудок. Вот мы и решили превратить праздник в пиршество. И накануне Международного дня студента, который вся планета отмечает 17 ноября, комсомолка организовала для учащихся Международного университета МИСТО праздничный кулинарный поединок. Местом проведения кулинарного поединка стало общежитие университета, а в состязании приняли участие три команды студентов с 1 по 4 курс. За полтора часа кулинарного поединка студенты должны были приготовить сразу несколько фирменных блюд по собственным рецептам. Завтрак студента, студенческую собойку, основное горячее блюдо на обед или ужин, напиток либо десерт. Такого количества продуктов у нас на кухне еще не было. Радовались восхищенные студенты, раскладывая на столах замороженные продукты, которые предоставила компания «Морозпродукт». А еще майонез, подсолнечное масло, кетчупы и соевый соус от Камака, вкусные молочные продукты и всевозможные сыры от Березовского сыродельного комбината, а вареная колбаса, сосиски и сардельки от Брестского мясокомбината. Работа кипела, ребята креативили и, безусловно, старались вовсю. Но как угодить профессиональному жюри, которое пристально наблюдало за процессом приготовления, а затем оценивало качество и даже внешний вид конкурсных блюд? Жюри растерялось, как из такого многообразия выделить лучшие. И даже хотела выдать призы каждой команде. Но после жарких споров победила женская команда юридического факультета, которая покорила сердце жюри не только качеством блюд, но и профессиональной сервировкой.